Телеканал КРТ представляє. Я как историк могу напомнить, что были такие ленинские пароходы, поезда, которыми людей, которых как бы побоялись расстрелять в репрессиях, их выслали и выслали навсегда. А когда они вернулись, выжившие в 40-х, там, в начале 50-х годов, их отправили доумирать в концлагеря. Вот такая вот штука. И они говорят, что они антикоммунисты, антибольшевики. Да нет, они по части расправ с неугодными, они лучшие выученики ОГПУ, НКВД, КГБ, Ежов с Берией могли бы им позавидовать и поучиться. Поучиться, потому что это круто, это понятно всем. Оторвал у Украины Крым. Конечно же, его сажать. Сидит какой-нибудь дебил. Имеется в виду Турчинов, коли, получается, не при делах. Те, кто принимали решения, не при делах. А вот именно вот журналист Владимир Скачков, вот именно из-за него, получается, только Крым ушел, да? И это при том, что я еще раз говорю, я ведь в той статье, которую я читал, думаю, ну как можно ее интерпретировать, каким нужно и извращенным умом нужно обладать. Я как раз наоборот предупреждал всех, что ребята, если вы не захотите переговоров, будет перестрелка, потом перекличка, потом перекройка территории. Вы даете в руки, возможность в руки всем перекраивать Ялтинский мир. Вы следуете по пути там Косово, Тимора Восточного. Вы продолжаете разваливать Советский Союз и развалите Украину. Что в этом? За это мне спасибо сказать надо, потому что я провел какие-то аналогии. А нет. Турчинов действительно сдал, его запугали, он сидел двумя ягодицами на двух креслах, они, видимо, разъезжались, сфинктер был напряжен, анус в опасности, и он, конечно же, отдал Крым. Но если мы говорим, игнорируя волю крымчан к уходу, бла-бла-бла-бла-бла, это все чисто юридические, политические, эмоциональные всплески. Но есть факт, который нужно смотреть всегда в корень, зрить в корень. Сначала напугали крымчан, спровоцировали, а потом вместо того, чтобы что-либо делать для того, чтобы не терять территориальные, не нарушать территориальную целостность, они просто его отдали. Но я хочу заметить, что раздавать украинские земли начали именно те профессиональные патриоты, которые кичатся и гордятся своей любовью к Неньке. Я имею шельф возле острова Змеиный, отдали такие патриоты, на которых клейма негде ставить. Владимир Огрызко и Виктор Андреевич Ющенко с руками, которые... Если вот посмотреть на ситуацию немножко с другой точки зрения, если вот мы проанализируем, кто стимулировал, чтобы Крым вообще был максимально отрезан от Украины. Мы же вспомним всех вот этих патриотов, которые взрывали электроопоры. Мы вспомним всех вот этих вот патриотов в вышиванках с флагами там красно-черными, которые блокировали туда доставку еды, доставку воды, заблокировали Крымский канал. То есть это те люди, которые сделали все для того, чтобы Крым стал максимально автономным и вообще никак не зависел от Украины. И это стимулировало еще и Российскую Федерацию, чтобы они сделали со своей стороны все необходимое, чтобы Крым интегрировался в их энергосети там, и все остальные вот эти вот расклады. И получается, что этих патриотов, я так полагаю, ни одного не привлекли к ответственности за то, что с Крымом произошла такая ситуация. А получается, тот человек, кто предупреждал об этом, кто написал статью об этом, вот того и вот на того человека открыли уголовное дело, я ничего не перепутал. Да, вот чтобы не предупреждал, но гвозди ему в руки, чтобы чего не сотворил, чтобы не писал и чтобы меньше думал, как пел Высоцкий. Но я не об этом хочу сказать. Вся проблема украинских патриотов в том, что они любят не Украину в себя, а себя в Украине. Они же хотят получать деньги не за Крым, не за удержание Крыма, а за борьбу на удержание Крыма. Вот эти все люди, которые рушили ЛЭП, перерывали каналы, перекрывали всякую ерунду, они же ведь не думали, что они отталкивают крымчан от Украины. Они думали, как себя проявить большими патриотами. Как громче всех крикнуть «Держи вора!». Как громче крикнуть «Я люблю Украину!». Им не нужен был Крым, им нужна была борьба за Крым.
Крым, в которой они участвовали бы за большие деньги, которые получали бы как зарплату, которые бы воровали и тырили как на некую борьбу. Это как телеканал ТТР или там ЮА-1 первый. Они получают деньги за что? Якобы за пропагандистскую или за любовь к Украине. А что они и как они ее любят, это никого же уже, собственно, не волнует. Я даже не удивлюсь, они работают под откаты, как и положено, как приучили их наши американские друзья из USAID там, и прочих институтов. Вот в этом причина. Никто не смотрел в суть. Никто не пытался анализировать, что большие враги Украины в Крыму – это те люди, которые приехали туда с лозунгом «Крым или украинский, или безлюдный». Те люди, которые кричали «Мы приедем и всех вырежем». Те люди, которые кричали, которые запретили русский язык, потом вернули. Запретили, вернули, опять запретили. Такие шатания людям, которые получили возможность уйти, было использовано на все 100. И поведение России я не хочу даже тут анализировать. Ей падал в руки, сам шел такой лакомый кусочек. Самая естественная гавань для кораблей Черноморского флота на всем Черном море. Ну что, до Путина как государственного деятеля и всех остальных просто не поняли бы, если бы они не воспользовались такой ситуацией. А вот еще такое... Это самое страшное. Украинцы оттолкнули, а те подобрали. Потом одумались, что и отдавай обвинять. Но все было это проведено с юридической точки зрения более безупречно, чем тот же Косово. Прецедент на прецедент.